Сегодня купила грибов, шампиньоны, вот такие мелкие, и я их буду мариновать. Помыла, почистила, скипятила воду, посолила, и теперь 20 минут варю наши шампиньоны. Банки помыла, залила кипятком, крышки тоже самое. Пусть постоят, попарятся немножечко. Сейчас закрою крышками банки. А из этих продуктов, ингредиентов, я буду готовить маринад, которыми и буду заливать наши шампиньоны. Теперь сейчас кипятим маринад. Я взяла перец душистый горошек и перец черный горошек. Лавровый лист. 2 литра воды. Сейчас я сюда добавлю 4 столовых ложки сахара, 2 столовые ложки соли и 3 столовые ложки 9% уксуса. И все это буду кипятить. Банки у меня пастеризовались. Я разложила наши грибы на дно банки. Я порезала чеснок по зубчику в каждую банку. У кого есть горький перец, можно добавить вниз банки на дно. Горький перец. Грибы я люблю в любом виде. Это будут маринованные. Вчера запекала. И часть отправила в морозилку. Сейчас у меня сварится маринад. Я залью нашим маринадом и закрою крышками. Крышки будут по резьбе. Все, банки закрыла. Грибы сейчас остынут. И потом я их отправлю в холодильник. Там они будут храниться до того времени, пока они нам понадобятся. Всем приятного аппетита, делайте, готовьте, и все будет замечательно.